Даже я не выдержала, в кухне прибежала на музыку. Я как слышу музыку, мне нужно танцевать. Тим, твою коробочку уберем. И Тимохин тут. Громче сделай, диджей. Танцы – это же кардио, движение. Для улучшения настроения, для здоровья, для всего. На Новый год нужно танцевать. Да вообще нужно каждый день немножко танцевать. Давай, Тимка, тоже. Тим, хлопай в ладоши. У меня там готовится, а я тут танцую. Как он. Любые времена нужно делать себе праздник. Движуха, Тимоха! Смотри, как смотрит. Че это вы тут? А он за пределами камеры смотрит. Вот где он. Окна открывай. Сейчас немножко открою. Подвигаешься прям так сразу. У меня только уши ходят. В разные стороны. А у нас ноги. И руки. И руки. За кадром. Как это, да, в телевизоре. И это все. Да, все на сегодня. Еще движуха идет. Это танцевальная разминка была. Еще по инерции прыгаю. У меня тут борщик готовится. Что-то уже кипит, надо немножко огонь убавить. Новогоднее настроение создали себе? Ага, создали. Так, хочу блинчики сделать. Вот захотелось блинчиков прям на кефире. На кефире. Кофеек даже не допила, он меня уже остыл, как музыку услышала и полетела. Надо музыку включать и готовить. О, ветерок такой идет немножечко. С улицы хорошо. Окно открыто. Вместо молока обычно на молоке же делаю. Ну да, мне нравится на молоке. Просто у меня кефир пачка стоит уже давно-давно. И думаю, блинчики на кефире, они тоже очень вкусные получаются. Такие хорошенькие. Хотела заморозить его. И надо было заморозить. Что? Точно, кефир? Ага, потом эту творожную массу ничего сделать. Все в дело. Еще надо купить. Немножко это... Жарко. Дышите на меня. Нет, машите на меня. Машите на меня, машите, да. Так, сейчас немножко переведу дух.
кардио потренировала, отлично. Настроение прям создали. Слушай, вообще после какого-то движения не могу остановиться. Мне надо вот прям все, можно сказать, так. Блины у нас нынче с медом. А ты с чем блины будешь есть? Маслом их смазывала. Блинчики, они такие масляничные, сливочные. Блины на кефире. Рецепт на моем канале «Уютный уголок». Если интересно, смотрите. Когда будет, неизвестно. Чуть попозже. Попозже. Просто захотелось блинов и все. Бывает же так, не обязательно печь блины только в масленице. Ну как тебе на кефире? Очень вкусно. Походит как будто со сгущенкой. В смысле мед со сгущенкой? Похож. Вкус, когда с медом ешь, как будто со сгущенкой ешь. Странный вкус. Это кислинка, сочетание с медом. Дает эффект. Хотела тебе спросить, чувствуешь кислинку, да, в блинах? Они же на кефире. Да. Ну. Вот кто любит блинчики с кислинкой, мне как-то писали, хочу кисленькие блины, но кефир сейчас не кислый. Как бы такие испечь? Ну вот. Кефир покупают 2,5% жирности, но он такой легкий, с легкой кислинкой. Ну и в блинах чувствуется. Пол-литра кефира и 250, может быть, 300 граммов воды, ну кипятка. Как заварные на кефире получаются такие. Но все равно кислинка есть. Блины с медом очень хорошие. Ну, потому что еще и мед вкусный. Он такой тягучий, вообще без комочков. Эспарцет, я уже говорила. Такой покупали. Можно, не разогревая его, кушать. Так. Он сейчас даже капнет, смотри. Я когда пекла, съела два блинчика холодных. А я сколько уже съел? Мы уже плотно поели. Это как десерт. Фаршировать хотела, с творогом пофаршировать. Не, не хочу, они и так вкусны. Потому что и творог кислинку даст, и сами с кислотой. Поэтому я думаю, нормально. Одной ложки меда хватило на все блины для меня. Так ложка-то большая. И они хорошо, да, вот так чик снимаются. Потому что я каждый блинчик промазывала с одной стороны маслом сливочным, растапливала и все. Сахар-то не едим, но в блинах сахар есть. После танца в самый раз. Блинчики. Мы потанцевали. Калории. Проголодались. И покушали. Прикольно, да? Блинчики к Новому году. Хорошо. Замечательный десерт. Лучшая сладость, конечно же, мед. Это каждый сразу поймет. Даже немножечко, чайную ложечку, но тем более медогоршок. Винни-Пух! Как же он был прав. Ну, это природное, целебное, вообще, можно сказать, даже лекарство или средство. Загадываем желание. Желание, чтобы был мир во всем мире. Вот и все. Нужно глубже смотреть. Нужно сделать так, чтобы невозможны были предпосылки для немира, а они возможны. Просто людям надо подумать немножечко. Ну, может быть, сейчас рано об этом говорить. К сожалению, законодательство всего мира таково, что невозможно об этом говорить. Причину убрать. Если скажешь, то вот... Да, и что говорить толку-то, что говоришь, нужно. Все пройдет и это. Угу.
Начали создали. Дальше рифмуется. Что делать? Дальше рифма идет. Нехорошая. Не, надо хорошее слово говорить. Хорошее. Надо вообще слова хорошие говорить всегда. Подбирать или заменять даже слова. Они все равно действуют, влияют на твою жизнь. Хоть как бы то ни было. С Новым годом! С Новым годом, с новым счастьем, с мирным небом.